Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 10 июля. Я Олег Шагнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Партнер программы – клининговая компания «Дворецкий». Сделает вашу жизнь чище и уютнее. Воспользуйтесь нашим большим опытом в чистке мебели и ковров. Удалим грязь и запахи на 98% за 2 часа с помощью профессиональной химии производства США и итальянского оборудования «Сантоема». Мы гарантируем качество нашей работы. Клининговая компания «Дворецкий». Телефон 560-500. По республике ночью в большинстве районов дожди, местами сильные грозы с порывистым ветром. Местами возможен град. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 11-16, днем плюс 18-23. По центральным районам ночью плюс 14-19, днем плюс 21-25, при дожде до плюс 18. По южным районам ночью плюс 15-20, днем плюс 22-27. В столице Бурятии ночью дождь, гроза, днем прекращение дождя. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 15-17, днем максимальная температура плюс 24-26. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 705-707 миллиметров ртутного столба. Таблетки для потери веса, которые продавали в 40-е и 50-е годы 20 века, содержали яйца глистов. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шагнанов. Но все это было на Жирном Западе. А у нас в СССР в то время и жрать-то было нечего.